рассада пиона молочно-цветкового Moonstone, сорт изящного растения, обильно цветущего изысканными цветами с подернутыми розовой дымкой лепестками. Зацветает в конце мая или в июне, в зависимости от климатической зоны. Маленькие бутоны имеют розовый окрас, при распускании приобретают нежный кремовый оттенок. Взрослый пион напоминает куст, широкий, но компактный. Побеги прочные, усеяны глянцевыми темно-зелеными листьями. Семена растения перед высадкой рекомендуется вымачивать в воде 2 дня. Особенности пиона Moonstone. Высокая зимостойкость. Нуждается в умеренном поливе. Предпочитает дренированные суглинистые почвы. Пион молочноцветковый лунный камень, Moonstone, это травянистый высотой от 90 до 100 см. Цветет растение в месяц май, июнь. Аромат у цветов сильный, окраска цветка белый, с розовым оттенком. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 16 сантиметров. Пион молочноцветковый лунный камень, Moonstone, создал Морозко. Годом создания растения считается 1943. Растение заслуженно завоевало следующие награды. Золотая медаль в Миннеаполис, 1959. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.